О президентских выборах. Значит, вы видели, что я честно сказал еще в прошлом году, что да, я буду участвовать в президентских выборах. Когда некоторые политики, а больше всех Игорь Дадон, говорили о том, что ищут нейтрального кандидата, общего кандидата, единого кандидата, и чуть ли не с первого тура победим Майя Санта. Что вы должны знать? Дадон врал, врет и будет врать, потому что этот человек создан из вранья. И человек, который продал Ворониной партию коммунистов за 3 копейки тогда, когда он и пару человек продались, взяв половину денег у Филата, вторую половину у Плохотнюка, когда голосовали за Тимофея, только вы все это забыли. Значит, он настолько озабочен лично своей персоной, что этот человек априори не может думать, или говорить о едином кандидате. Он публично вышел и сказал, что был бы хорошим кандидатом Александр Стайногла. Что вы думаете? Наталья Мараря организовала ряд встреч, на которых обсуждался единый кандидат, в том числе Александр Стайногла. Значит, когда Дадон понял, что Стайногла согласится участвовать в выборах, он летит в Москву, говорит какой-то бред и мерзости про Ногла там, прилетает оттуда, встречается с Стайногла и говорит ему, что вот он, Дадон, хотел его поддержать, но партия социалистов против. Поэтому он не поддержит, но зато он может собрать подписи, помочь Стайногла как независимому кандидату и так далее. Он все это время говорил про общего кандидата по одной простой причине. Потому что ему запрещали в Москве выдвигаться в президенты, потому что Дадон из красного от коммуниста стал розовым. А из розового, поверьте, давно покрасился желтый цвет. И вы скоро в этом убедитесь. И его задача сегодня помочь Майя Санду, потому что он как главный кулек во втором туре 100% проиграет. И поэтому перенесли на следующий год экспертизу по кульку и все другие дела, которые были у птицы. Значит, он водил за нос русских в Москве, рассказывая про единого кандидата. И довел ситуацию до того, что говорит, все, ребят, нет единого кандидата. Есть только я единственный там розовый Дадон, и я на втором месте, поэтому я пойду на выборы президента, потому что все равно больше никого нету, а Шора кандидата всех не зарегистрирует и снимут, а поверьте, те, которых не зарегистрируют, Дадон договорится, их снимут, потому что он думает, что там весь его электорат мечтатель птицефабрики. Значит, поэтому Дадон, вот даже то, что он говорил эти дни, что в июле партия социалистов на съезде решит, кто будет единый кандидат. Кто будет, вернее, кандидат от партии. Ребят, ну, я вам говорю, что он уже решил, что он идет. И вот эта имитация, что партия скажет, а он не знает. То есть, по пьяни всем говорит, что он идет. Но так мерзко, как он поступил со Стеногла, еще раз показала его истинное лицо. Поэтому, ребят, в этой кампании я не иду бороться с реальной оппозицией. Я иду бороться против Майя Санду раз, против Дадона два. Значит, эти два человека, от каждого из вас зависит, кто будет во втором туре. Желательно, чтобы их не было обоих. Но если будет Санду и Дадон во втором туре, поверьте мне, что электорат Ирины Влах, которым швырнул, что электорат партии коммунистов, что электорат Кику, что электорат, тех, кто будет голосовать за меня, они точно останутся в большем случае дома. Потому что сегодня выбирать между Кульком и Бабойгой точно э -э, большая часть людей не будет. Они останутся дома. Поэтому сегодня нужен любой, кроме Дедона, кто реально треснет мою санду во втором туре. И вот это главная задача, главный приоритет. Поэтому сегодня, да, нужно избавить страну от Майсанду, но не привести какого-нибудь додона.